Я всіх вас рада вітати у мистецькій галереї Університету культури Білоруського державного університету культури і мистецтва на відкритті вистави по виніках відкритого республіканського конкурсу творчих робот навученців Республіки Білорусь «Будучення, якою ми хочемо». Тобто, що ми сьогодні менавіт відкриваємо цю виставу з усім неупадково. Менавіт сьогодні у далекій Бразилії, у Рио-де-Жанейро открывается конференция Организации Объединенных Наций по культуре устойчивого развития. Эта выстава является совместным проектом Мастерской галереи Университета культуры с представительством Организации Объединенных Наций у Республики Беларусь, Министерством Эдукации Республики Беларусь и Минским Державным Палацем Детей и Молоди. Ребята, для которых эта тема была очень необычна, очень может быть сложна, проявили себя с самой лучшей стороны, то есть их творчество оказалось очень ярким таким ответом на вот это вот словосочетание. И ребята показали, что они действительно мастера в различных видах искусства, в различных техниках. То есть они показали очень высокий уровень. Сегодня два важных события. Первое по важности – это открытие нашей выставки, подведение итогов, награждение победителей, лауреатов. А второе, то, что говорила Наталья, это открытие, вот буквально в данный момент идет открытие выставки, не выставки, а конференции по устойчивому развитию, 9 часов сейчас в Рио-де-Жанейро. Там соберутся более 130 глав государств и правительств и более 50 тысяч представителей бизнеса, религиозных организаций и общественности. Они будут обсуждать важные вопросы, вопросы зеленой экономики, вопросы устойчивого развития. Причем это не рядовая такая конференция, которая проходит ежегодно. Эта конференция проходит 20 лет спустя, после знаковой конференции в Рио-де-Жанейро 1992 года. И те вопросы, которые будут обсуждаться, они имеют непосредственное отношение и в том числе и к Беларуси. А теперь я хотел бы перейти к награждению. Второе место из тех, кто прибыл, Назар Кицкой из Солигорска. Я не чувствую себя на отборе. Я всем веншую с открытием выставы. Переможцев особливо веншую. Выстава открыта.